Алло, алло. Ну что, появился звук? Хорошо. Отлично. Есть. Так, всем привет. Меня зовут Евгений Савицкий. Сегодня мы с вами разберем торговую систему, которая называется «Прорыв». Так, звук есть, все хорошо. В принципе, можем начинать. Так, данная торговая система. Сразу разбираем, к какому разряду она относится. Эта торговая система, она относится к разряду трендовых торговых систем, но в ней используются как осцилляторы, так и трендовые индикаторы. Поэтому частично эта система подходит и для работы в условиях боковика. Но в то же время основную прибыль, вернее наибольший take profit, она будет выдавать в условиях хорошего тренда. То есть когда у нас будет идти ну, вот такой вот ступенчатый тренд. Вот это лучшее условие для работы по этой торговой системе. Итак, какие нам индикаторы нужны для того, чтобы работать по этой системе? Первое, что нам необходимо, это, во-первых, определять направление движения тренда. Если мы не знаем, в каком направлении двигается тренд, то, в принципе, мы ничего не можем сделать для того, чтобы открыть вернее, для того, чтобы узнать, в каком направлении нам необходимо торговать. Поэтому нам нужно определиться с временным периодом, на котором мы будем определять направление движения тренда. В этой системе используются три временных периода. То есть для того, чтобы зайти в позицию, нужно проанализировать три временных периода. Только после этого мы уже начинаем находить точку входа и работаем в направлении, куда указал нам тренд. Итак, тренд мы определяем с помощью индикатора MACD. Ну, это такой самый простой способ определения тренда. То есть мы берем стандартные параметры, выставляем его и с помощью гистограмм определяем направление движения тренда на текущий момент времени. Соответственно, если у нас столбики гистограмм находятся ниже нулевой отметки, то это говорит нам о том, что на вот этом участке графика нам необходимо было работать на продажу. Если у нас MACD, вернее гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой отметки, то это указывает нам на то, что на вот этом участке графика и по текущий момент времени необходимо искать точки входа исключительно только на покупку. То есть никаких продаж. Работаем только в направлении покупки. Итак, дальше что мы делаем? Мы определили направление тренда. Нам теперь необходимо найти точку входа по этому тренду. А для того, чтобы найти точку входа по тренду, мы должны вначале понять, какая же самая безопасная точка входа по тренду. То есть есть два варианта. Входить на пробой. Ну, к примеру, в каждом тренде образовываются уровни поддержки либо сопротивления. Можно входить на пробой этих уровней поддержки или сопротивления. Но проблема в том, что откаты могут выбивать наши стопы. Поэтому наиболее безопасной только является вход на коррекции, если мы знаем, где эта коррекция завершается. Получается, что нам каким-то образом необходимо найти вот эту точку входа по тренду. Для этого мы переходим на период H1. То есть с периода H4 мы спускаемся на период H1. Здесь нам данный индикатор, он не нужен. Мы его отсюда убираем на период H4. А здесь нам нужны другие индикаторы, которые укажут на точку входа. Первым индикатором, который мы будем здесь использовать, это индикатор Stochastic. Тоже стандартные параметры, нажимаем ОК. И у этого индикатора есть зоны перекупленности и есть зоны перепроданности. Ну и, соответственно, когда индикатор поднимает зону перекупленности, то это говорит нам о том, что необходимо открывать позиции на продажу. Если индикатор поднимается в зону перепроданности, ой, вернее, опускается в проданности Т20 уровень и ниже, то нам необходимо открывать позиции на покупку. Но в условиях тренда в основной своей массе все позиции против тренда по индикатору Stochastic будут убыточными. А так как мы знаем, какое у нас направление тренда, то мы берем точки входа только в одном направлении. Соответственно, мы берем все только исключительно на продажу. Вот они.
точки входа все. Из них банально перепроверяем соотношение прибыльных убыточных позиций. Ну и здесь сразу видно, что вот в этом месте позиция как бы прибыльная. В этом месте прибыль была бы тоже, но она маленькая была. В этом месте позиция также оказалась бы прибыльная, 40 пунктов до того, как цена взлетела наверх, потом еще 63. В этом месте тоже нормально можно было заработать, только вот в этом месте получился бы убыток, 13 пунктов прибыли было, и только вот в этом месте получился бы убыток. И здесь перелом тренда, то есть убытки получилось бы где-то сколько у нас? Раз, два, три убыточные и раз, два, три, четыре прибыльные. То есть, ну, казалось бы, показатель не очень высокий. То есть 4-3 это где-то 60%. Но нам тогда необходимо что сделать? Нам нужно каким-то образом исключить часть убыточных позиций из этого количества. И если мы не исключим все позиции, то нам необходимо уменьшить размер стоп-лосса, чтобы вот эта вот прибыль несколько раз перекрывала значение стоп-лосса. Для того, чтобы исключить часть убыточных позиций из этой торговой системы, нам необходимо, получается, еще отфильтровать сигналы от индикатора стохастик. А для того, чтобы их отфильтровать, мы будем использовать второй индикатор, который называется Bollinger. Это уже трендовый индикатор. То есть один работает в боковике, второй работает в трендах. Поэтому у нас получается, что... Так, 2.0... У нас получается, что два индикатора из разной среды обитания, но в то же время они начинают фильтровать положение друг друга. Как работаем по индикатору Bollinger? У индикатора Bollinger есть три полосы. Это средняя, верхняя и нижняя. Верхняя и нижняя полоса, они реагируют на волатильность на рынке. Если она повышается, то они расходятся. Если она понижается, то сходится. Наша задача находить те места, где цена касается либо верхней полосы, либо нижней. То есть обычно верхняя либо нижняя полоса индикатора Bollinger, они являются некими такими плавающими уровнями поддержки и сопротивления. И когда цена касается либо верхней, либо нижней полосы, то от них она часто отталкивается. Но в условиях тренда мы видим, что при касании нижней полосы особых отскоков от нее мы не наблюдаем, таких частых. То есть цена идет по оси. И когда цена касается верхней полосы, отскоки происходят. То есть цена разворачивается и уходит вниз. Таким образом мы еще раз перепроверяем соотношение позиций. Но при этом мы теперь проверяем их с индикатором стохастики и индикатором Bollinger. И мы видим, что совпадения у нас были... То есть здесь продажа, вот в этом месте совпадения у нас не было. В этом месте совпадения индикатора Bollinger и индикатора Stochastic не было. В этом месте у нас тоже не было. То есть видите, количество позиций, оно как прибыльных, так и убыточных уменьшается. В этом месте у нас, к сожалению, была позиция одна. И вот в этом месте была позиция. Вот она. Получилось так, что у нас вышло 2 на 2. То есть 2 прибыльные, 2 убыточные. То есть, по сути, даже показатель немножко даже снизился по сравнению с тем, что было до этого. Поэтому получается, что раз мы не смогли сильно уменьшить количество убыточных позиций, мы их исключили, там всего лишь одну убыточную позицию исключили, то нам необходимо тогда поработать над значением стоп-лосса. То есть сделать так, чтобы стоп был минимально возможным, а take profit был максимально возможным. Таким образом, что мы делаем? Для того, чтобы минимизировать размер стоп-лосса, мы заходим на период M5. И в этот момент времени, так, я сейчас проставлю, где у нас были точки входа, и на периоде M5 мы уже выискиваем именно ту точку, от которой необходимо заходить в позицию. Так, здесь у нас была позиция. То есть здесь касание верхней и нижней полосы, они, естественно, не дают нам точку входа. Они дают нам место, где пора входить. Но, как вы видите, цена еще какое-то время может пройти по верхней полосе Bollinger и потом только развернуться. Поэтому нам необходимо знать точное место, где нам открывать позицию.
Для этого мы здесь оставляем все индикаторы, которые нам необходимы на этом периоде. А когда переходим на период M5, мы выставляем там новые индикаторы. Так вот, мы теперь заходим на период M5 и смотрим, как развивалась ситуация в тех местах, где у нас на периоде H1 происходили точки входа. Так, 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 так. Где у нас стрелочка? Вот стрелочка. Вот первая точка входа. Что мы делаем здесь? Здесь мы можем взять параболик, но можно более безопасный взять фрактал. Выставляем этот индикатор на периоде M5. И когда у нас на периоде 1 происходит касание верхней полосы Боллинджера, и при этом индикатор стохастик заходит из закупленности, мы начинаем отслеживать нижние фракталы, потому что нас интересует только продажа. Мы отслеживаем нижние фракталы и открываем позицию на пробой нижнего фрактала. То есть первый у нас был здесь, потом он сменился в следующем более выгодном положении. И по факту позицию на продажу мы открыли бы вот в этом месте. Вот оно. И какой поставить стоп-лосс в этой ситуации? А стоп-лосс мы выставляем за ближайший максимум. В этом случае нам показывает, что размер стоп-лосса у нас идет 12 пунктов. Мы еще добавляем спред, это 14, и добавляем 2 пункта, итого 16. То есть 16 пунктов, в принципе, небольшой стоп. Потенциальный профит – это ближайшая поддержка. Вот она. То есть как минимум 34 пункта. Это в два раза почти превышает размер стоп-лосса. Соответственно, эта позиция выгодна, можно работать. Смотрим следующий вариант входа. Здесь вот момент зашли. Вот в этом месте была точка входа. Стоп нужно было поставить тоже в районе 17 пунктов. Здесь возможно зацепило бы, возможно не зацепило бы, но потенциальный профит у нас выпадал. Где тут ближайшая поддержка? Вот она. Вот сюда. Потенциальный профит. Вот в таких ситуациях бывают такие моменты, когда, ну, допустим, здесь не выбило, но нас выбило бы вот в этом месте. То есть здесь новости выходили и на новостях снесли все-таки стоп. Но новостной фактор его избежать невозможно никак. Он либо в нашу сторону, либо против нас. То есть по факту он оказался в нашу сторону, но на валютном рынке часто выходы потом идут. Когда происходит снос стопа один раз, можно при повторном сигнале заходить снова. То есть мы вот этого не видим, то есть потому что перед новостями мы знали, что будет какой-то всплеск. А мы, например, зашли вот в этом месте, но нас вот этой тенью, допустим, выбило. Тогда мы спокойно могли заходить вот в этом месте на продажу, если бы не было новостей. Тогда все равно оказалось бы прибыльно, если бы был пробит фрактал. Но еще обращайте внимание на то, какой размер стопа. Если у вас стоп-лосс превышает 30 пунктов на 5-минутном периоде, то уже эту позицию открывать нежелательно. Да, в этом месте, где у нас была убыточная позиция. То есть да, у нас были убыточные позиции, но так как мы их не можем избежать, значит нам нужно минимизировать убыток от них. И точка входа у нас здесь вышла бы вот в этом месте. Стоп получился бы 12 пунктов. Ну, согласитесь, 12 пунктов это ни о чем. То есть один получился бы стоп, но потом кто рискнул бы, зашел бы где-нибудь здесь. И второй раз, ну вот в этом месте стопик вышел бы чуть побольше. Хотя нет, стоп, здесь у нас первый фрактал. Мы бы сработали где-то вот в этом месте. Стоп вышел бы, ну, где-то около 14 пунктов. Хотя даже не 14, 10 плюс 2, 12 и плюс 2, 14. Хотя здесь, возможно, не добило бы, чтобы взять вот эту прибыль перед тем, как цена пошла вверх. Ну, по-разному, где кто как зашел. Но стоп нужно было бы ставить за максимум. В обязательном порядке нужно стоп выставлять за максимум ближайший. Либо за сам фрактал получается. И таким вот образом работаем. Получается, что если у нас идут убыточные позиции, то они идут с минимальными рисками. Если у нас идут прибыльные позиции, то они в 2-3 раза перекрывают убыток от тех позиций. И за счет этого здесь идет прибыль. То есть только за счет этого в этой торговой системе
можно получать доход. Ну и здесь мы смотрим совпадение. То есть у нас получается, что индикатор Stochastic фильтрует Bollinger, в то же время Bollinger фильтрует индикатор Stochastic, потому что иногда бывает проскальзывание по Боллинджеру, при этом стохастик держит нас от того, чтобы мы вошли. И также еще 5-минутный период нас тоже сдерживает от каких-то позиций, пока Боллинджер идет, то есть пока цена идет по верхней либо нижней полосе Боллинджера. Но в целом эту стратегию относим к разряду трендовых торговых систем. Когда будет идти какой-то тренд по этой системе, вы берете все вот эти точки. То есть верхняя, верхняя, здесь верхняя. И здесь еще возьмете вот эту точку. И только при переломе тенденции получится одна отрицательная позиция. Хотя здесь перелом тенденции получился, и потом пошла уже позиция на покупку. То есть вот в этом месте однозначно была позиция на покупку, и получилось бы взять вот эту прибыль. Вот такая торговая система. На какой валютной паре можно использовать? Нет ограничений по валютным парам. Ее можно использовать на абсолютно любой валютной паре. Ну, все. Вопросы? Тут по японской иене что-то ночью произошло. Кто в курсе, какой это новостной фактор был? Я еще не смотрел новости. Вот японская иена, вот обратите внимание, она сейчас так напугала, якобы движением вверх, потом движением вниз. А на самом-то деле у нее вот здесь вот находится поддержка. И вопрос, пробьет она эту поддержку или нет. Потому что если цена не опустится ниже вот этого уровня, то она развернется и спокойно пойдет наверх. Поэтому все вот эти поползновения вниз, это не больше, чем собирание стопов на текущий момент времени перед тем, как уйти наверх. Так что здесь в район 107, я думаю, мы попробуем еще сходить. Где-то вот к уровню 107.20. С негативной ставкой что-то решили. Надеюсь, не повысили ее. А то если повысили, только это ростом здесь и не пахнет тогда. Оставили. Ну, они, наверное, уже не знаю, сколько лет, сколько я работаю. Они, хотя был момент, когда у них было 0.25 ставка даже. Или 0.5 даже. Хорошо, по системе прорыв какие-то вопросы есть? Ну, тогда давайте посмотрим, что у нас есть на рынке. Какие интересные моменты есть на рынке. Так, светофор, там это у нас всего лишь констатация факта. Внешний день, давайте посмотрим. Кстати, по иене будет внешний день однозначно после таких новостей. Да, точно. Сегодня у нас получается по доллар-иене есть наличие внешнего дня. Вот он максимум. И вот он минимум. И здесь работаем. То есть при выходе цены из этого коридора можно будет открывать позиции либо на продажу, либо на покупку. Вот он у нас коридор. Так, единственное, здесь мы поставим зеленую линию. По прорыву. Сейчас подытожим. Да, я не показал, как проводить анализ по прорыву. Для того, чтобы проводить анализ быстро, вы берете профиль валютной пары, создаете, вот, к примеру, Австралия доллар, да, и делаете вертикально. И у вас получается что? Период H4, период H1, период M5. На периоде H4 что мы делаем? Мы смотрим направление движения тренда. Тренд восходящий. На периоде H1. Если тренд восходящий, мы смотрим касание нижней полосы Боллинджера и стохастику уровня 20. Здесь у нас все совпало.
Получается, когда у нас здесь зеленый свет, то здесь получается тренд восходящий. Далее здесь у нас выполнилось условие для покупки. Вот в этом месте касание произошло. Значит, у нас есть предпосылки к тому, чтобы зайти на период М5. Это произошло вот здесь. И вот в этом месте вот у нас появился сигнал на покупку. Вот здесь. Вот он. Даже нет, нет, вру. Не там. А вот здесь. Вот он фрактал. Вот он вход на пробой фрактал. Стоп. 10, 11 плюс где-то около 19 пунктов. Потенциальная прибыль 75-34. То есть работаем к вот этому уровню. Около 30 пунктов. Сигнал на покупку. Пробой фрактала на 5 минутке. Уже момент входа в покупку. Как сделать? Вы открываете валютную пару. Три раза одну и ту же. То есть чистый профиль взяли. Одну и ту же валютную пару. Открыли три раза. Одну валютную пару период H4, вторую валютную пару, эту же валютную пару делается на периоде H1, и эту же валютную пару делается на периоде M5. Потом нажимаете кнопку «Окно» вертикально. У вас размещаются графики. На первом вы ставите индикатор MACD стандартный на периоде H4. На втором ставите индикатор Bollinger и Stochastic. На третьем ставите фракталы. Здесь смотрим куда, здесь смотрим когда, смотрим цену входа. Если вот на текущий момент мы смотрим, на текущий момент времени тренд восходящий, но цена находится в средней полосе Боллинджера. Никаких сигналов получается нету. Нам нужно было наблюдать, когда цена находилась вот здесь. Если бы здесь цена находилась, тогда переходим на М5, смотрим верхний фрактал, пробой верхнего фрактала. Ну где у нас? Здесь был, здесь, 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 здесь. Вот он, пробой произошел. Значит, вот в этом месте открываем позицию на покупку. Ну, индикатор MACD можно как дополнение, можно убрать его. То есть, если во время, когда у нас сигнал на покупку был, дивергенция еще на MACD была, отлично, тогда работаем на повышение. Так, СКС разобрались? MACD, он как дополнение всего лишь используется. Если на индикаторе MACD, вот, например, у нас вот здесь, если бы еще была дивергенция, то это усиливало бы вероятность получения прибыли от этого сигнала. И все. То есть это просто усиливало бы вероятность получения прибыли. Это не основной здесь индикатор, он всего лишь как дополнение. То есть указывает на то, что да, скорее всего, здесь будет очень хороший сигнал на покупку. Потом как дивергенция возникла в направлении 4-часового периода. Разобрались? Хорошо. Так, теперь поищем внешние дни. Пожалуйста. Так, золото внешний день не образовало. Золото все почему-то закупают наверх. Так, здесь у нас внешний день. Фунт, доллар. Так, вот фунт-доллар, обратите внимание, у него вот в этом месте есть поддержка. Вчера попробовали зайти в нее, тут же вернули обратно. Сегодня пробовали зайти, не могут даже зайти в эту поддержку. Поэтому здесь, на первый взгляд, созревает сигнал на покупку. То, что будет выход цены из вот этого коридора наверх. Поэтому понаблюдайте, если будут какие-то варианты входа на покупку по паре фунт-доллар, то постарайтесь их использовать.
Доллар-иена. Здесь боюсь, что вот это все движение вниз, оно будет обманным, и по итогу все развернется и пойдет наверх. То есть на текущем времени пока не пробито 102,70, расчет на то, что иена пойдет наверх все-таки. Евробакс. Ну, здесь мы будем, по крайней мере, стремиться к уровню 1.1140. Ну, хотя бы стремиться туда. Еврофунт сделал просадку вниз, теперь не рассматриваем. Франк хорошо улетел вниз. Тут и пробой внешнего дня, тут все сработало. Но по доллар франку еще вот был такой вот момент. Чуть-чуть не били. Вот он. Не сверху, но тут не расширяющаяся формация была. Но кое-что было, что позволило сработать на понижение. Так, франк иена. Одну цель выполнила. Так, у нас евро-иена вчера, интересно, ушла на понижение или нет? О, с какими она тяжелыми последствиями ушла вчера вниз. Но все-таки ушла. Евро-иена в покупку. Так, не могу тут точно определить. Сейчас давайте посмотрим. Ну да, в покупку. Почему поздновато? Ничего не поздновато. Здесь третье, когда можно? О, здесь даже сейчас можно начинать покупку уже открывать. То есть вот у нас боковик, цена уже даже зашла в этот боковик. Поэтому здесь, если на 5-минутке даже заходить, то небольшой стоп получается. Стоп нужно будет ставить где-то на 114.30, это около 40 пунктов. А покупка, сами понимаете, где-то на перекрытие вот этой свечи, то есть где-то 111 пунктов как минимум. Поэтому по иене, да, есть покупка и не поздновато. Можно и сейчас купить. Ну, возьми минимальный стоп поставь. Ой, минимальный объем поставь, да и все. Канада франк. Так. Так, пишите, кому какую валютную пару подсказать. Ты говоришь, стоп для тебя большой. Торгуешь Канаду франк. Вон, со спредом 8 пунктов. Так, а что Канада франк? Вообще ничего не видно. Так, здесь... Ну, здесь как бы... Как тебе сказать? Наверх просто боковик. Ты нас спокойно можешь сейчас отскочить наверх, пойти. И у нас получается, что вот в этом месте поддержка какая-то есть. В целом здесь просматривается восходящая тенденция. Вот именно в целом здесь пока просматривается восходящая тенденция. Но на дневке цена еще может просесть пунктов на 60 вниз, перед тем, как пойдет вверх. То есть не опять на то, что вот это движение идет вниз, оно с такой же скоростью может запросто развернуться и уйти наверх. Новозеландия доллар, да? Так, Новозеландия доллар. Вчера покупки от этого уровня увенчались успехом. Пожалуйста. Что дальше теперь, да? Ну, тебе того же. Тренд у нас однозначно восходящий. Эта цель выполнена. Получается, можно идти к следующей цели. Это 71.90. Даже не 71.90, а можно идти к отметке 72.02.
Вот обратите внимание, что-то подобное происходит на паре Дуварьена. Но там более размашисто все это. И цена по Дуварьене подходит сейчас к вот этому уровню, от которого она может вот так вот отскочить наверх. Не сильно, конечно, похоже, но есть кое-что. И еще обратите внимание на то, что здесь, если брать большой диапазон, идет. И цена в этом коридоре может спокойно дойти до 72.02. Так что в целом тренд восходящий. Проблема только вот на таком зайти, вот на таком движении. То есть здесь заходить было бы хорошо при выходе цены из этого коридора. То есть вот он стоял, вышел из него, и здесь покупка. А сейчас, получается, надо ждать очередной какой-то коридор, выход цены из этого коридора, и только потом заходить уже в покупку. Так что сейчас, если есть позиции на покупку, держите. Если нету, ну тогда нужно подождать. Еще вопросы? Ну хорошо тогда. Если вопросов больше нет, тогда всем хороших трейдов. Хотя сегодня пятница, особо уже много и не поторгуешь. И до понедельника. Услышимся с вами уже в понедельник. Все, всем пока.